Раньше именно здесь собирали холодильные камеры для перевозки газировок и шоколада. В цехах этого комбината изготовили специальные прицепы для работы известного циркового коллектива Мстислава Запашного. Сейчас шумерлинское предприятие специализируется на выпуске фургонов для экстренных и аварийных служб, а также Министерства обороны. Эти автомобили из Чувашской республики отправляются во все воинские части страны. Большой ассортимент как народно-хозяйственного назначения, так и Министерства обороны. Здесь мы находимся в начале сборочного конвейера, скажем так. Здесь зарождается у нас внешний облик изделия, формируется, скажем так, коробка изделия. Ну и дальше по конвейеру во время его движения изделие доходит до логического завершения, то есть в конце этого пролета фактически готовое изделие выходит уже под монтаж на его на шасси. На заводе в Шумерле изготавливают большое количество автофургонов. На шасси здесь ставят жилые комплексы, холодильные камеры для перевозки грузов и даже издательско-полиграфические комплексы. Эти комплексы могут работать автономно даже в чистом поле. Их оснащают самой необходимой аппаратурой. К примеру, внутри передвижного модуля журналист устанавливают компьютеры и станки для печати газет. Каждый год конструкторы завода разрабатывают и новые модификации автофургонов. А это новейшая модель автозака, которая выпускается здесь же, на Шумерлинском заводе. Внутри он оборудован 6 одиночными камерами и одной общей. Фургон оснащен системами пожаротушения и вентиляции, а также видеокамерами. На комбинат поступают заказы и от крупных корпораций. К примеру, для нужд РЖД здесь начали выпускать мастерские на колесах и вахтовые модули. Работаем нефтегазодобывающими отраслями. Работаем очень хорошо, плодотворно поработали вот, буквально несколько лет назад Почта России. Разработали для них специальные машины, передвижные пункты связи. Заработали неплохую прибыль, которая позволила и выплатить хорошую зарплату, премии. Зарплата достигла на сегодня, средняя зарплата составляет 32 тысячи на одного работающего. Также очень большие финансовые средства вкладываем на модернизацию, на развитие производства и техническое перевооружение. Очень приличное оборудование закупили. Техника, которая сходит с конвейера этого завода, проходит испытания на полигоне. Фургоны должны выдерживать аномальные холода и преодолевать любое бездорожье. Стенки фургонов изготавливают из дерева и прочного металла. Материалы обрабатывают на гидравлических прессах, линиях лазерной сварки, а также с помощью автоматизированных установок. Собирается каркас панели. Закладывается в заливочный пресс. Сверху устанавливается обшивка, и заполняется пенополиуретаном в прессе. Потом происходит обработка. Толщина панели может быть любая. От 30 мм до 80, до 100 мм. Материал применяется. Дюралюминиевый лист, фанера, пластик может быть. Экономические трудности на работе Шумерлинского комбината не отразились. Количество заказов увеличивается каждый год. В этом году то же самое. Темпы удерживаем, чуть темпы поскромнее, но также имеем рост, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране. И в этом году у нас продукция для Министерства обороны составляет около 90%. И к тому же мы с прошлого года начали и наращиваем выполнять прямые государственные контракты по линии Министерства обороны, а также для других силовых структур. Многие модели передвижных комплексов, которые собирают в заводских цехах, не имеют аналогов, поэтому заказы на эту технику поступают даже из-за рубежа.